Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – світлий і радісний день. Наші брати-католіки відзначають Різдво Христове. І ми, звичайно, вітаємо їх з цим чудовим святом. Але і ми, православні, теж не залишаємось осторонь. Адже сьогодні, 25 грудня, ми вшановуємо пам'ять святителя Спиридона Тримифунського, дивного угодника Божия, найулюбленішого на Русі. І у нас сьогодні в студії гість ігумен Варсанофій, клірик Вознесенської єпархії. Отец Варсанофий, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас с днем святителя Спиридона Тримифунского. Очень светлый и радостный день. И вы в этой студии не новичок. Вы здесь были уже, хотя и 30 лет назад. Ну вот видите, как-то время сделало свой оборот. Незаметно пролетели дни, годы, и вы у нас снова в студии, и это очень приятно. Отец Варсанофий, сегодня католики празднуют Рождество. Мы православные, день святителя Спиридона Тримифунского. Такой очень светлый и радостный день, и хотелось, чтобы услышать слово нашего православного батюшки. Ну, во-первых, очень рад я встрече с телезрителями нашими. Я уроженец города Николаева, это мой родной город. Все, кто меня смотрит, мои дорогие земляки. И действительно, будто вчера, 30 лет тому назад, я сидел на этом стульчике, смотрел в ту же самую камеру. Тогда я был ответственным горосполкома, говорил о трезвости, о здоровом образе жизни, о том, что пить много вредно. И вот, знаете, где-то перекликается эта программа. Почему? Потому что жизнь идет и приближается к Новому году, к Рождеству. Я присоединяюсь с поздравлением Аннетти к нашим братьям-католикам с их Рождеством. Зимние праздники, они, в общем-то, начались уже. Начались 19 декабря. Когда весь православный мир, и даже не только православный, не только католический, но и мусульманский мир, который почитает святого Николая, праздновали этот праздник и отмечали этот день. И, конечно же, буквально если двух словах говорить, то очень прискорбно, когда святого Николая представляет такого старичка доброго, который везет с Лапландии на оленях детям мороженое, конфеты, а взрослым шампанское. Конечно, ничего общего с святым Николаем этот персонаж не имеет. Когда-то при Советском Союзе придумали Деда Мороза, ну пускай он прижился, пускай он будет, прилепили к нему Снегурочку, внученьку, пускай она будет. Но есть определенные такие, знаете, моменты, когда наше празднование, наша радость переходит даже в кощунство. Если вы положили под подушечку деткам своим конфетки, слава Богу, когда-то святой Николай спас от нищеты, от греха, отца и трех дочерей его положил маленький мешочек золотом им. Поэтому это святой, который не только был действительно епископом, который правил мудро своей областью, мир Ликийских, нынешняя территория Турции, был правилом веры и образ кротости, как мы поем в тропаре, он еще и защитником был веры, святителем. И поэтому вот сегодня этот день перекликается святителем Спиридоном, Тримифунским Чудотворцем, мы сегодня празднуем. И пользуясь случаем, я поздравляю с этим праздником, это великий святой. Они были вместе на Первом соборе Вселенском с святителем Николаем и защищали веру святую. И если святитель Николай, которого мы называем правило веры, образ кротости, дал оплюху Арию безумному, который вообще-то кощунственно представлял Святую Троицу, то святитель Спиридон, он показал чудо на соборе. Он сжал в руке камень, и оттуда вышла вода и огонь. Показал, что такое Святая Троица. Понять Святую Троицу невозможно. Когда-то блаженный Августин пытался понять, что такое Троица. Есть категории выше нашего разума. И вот блаженному Августину показался мальчик, который пытается ложкой вычерпать море. Много очень говорить можно об Спиридоне, святителе, который тоже бедным помогал, который змею превратил в золотую палку, чтобы помочь бедным. Это, конечно, отдельный большой разговор. Но еще мы приближаемся к Новому году, к Рождеству Христову, конечно, главный у нас праздник зимний. Потому что Господь приходит в мир, воплощается, об этом тоже можно посвятить 10 передач, конечно, а это значение. Этому можно посвятить всю жизнь. Всю жизнь, конечно, да, всю жизнь. Ну, двух слова скажу, но вот ближе немножко, что 1 января – это день святителя Ваньфация. И вот, вспоминая передачу 30-летней давности, я еще раз повторю, что
Это пост великий. Конечно, это праздник светлый, который прижился, хотя Новый год отмечался всегда у нас 1 сентября по старому стилю, то есть 14-го. Новый год римлян с 1 марта, поэтому у нас декабрь. У нас старый Новый год будет 14 января. Старый Новый год, но здесь я имею в виду вот месяц у нас декабрь, 10 месяц перевести, на самом деле он 12-й, потому что с 1 марта римляне отмечали. Кстати, если вам кто-то скажет, что Христос, когда родился Христос, сегодня, 25 декабря, как католики, или 7 января, как у нас празднуют, я вам скажу, ни тогда, ни тогда. Когда родился Спаситель, никто не знает, какой день. Более того, он родился не 2016 лет тому назад. Он родился примерно в 5-6 веке до нашей христианской эры. Потому что когда Дионисий Малый вычислял Рождество Христова, он ошибся на несколько столетий. Но я думаю, это не столь важно. То, что разрешили на небе, на земле, будет на небе разрешено. Поэтому это наш праздник, поэтому мы празднуем. Поэтому приход Спасителя в мир – это событие номер два. Номер один – это Пасха Христова, Христос воскресе. Это суть нашей веры. Тоже можно 10 передач об этом рассказывать. Не буду долго задерживать вас. Вот по поводу Нового года, что святитель Бонифаций, который празднует 1 января, это святой, который молится от недуга пьянства. Поэтому, если уж так вам припечет, и вы не можете без оливье встретить Новый год, все-таки помните, это пост. А шампанское? Шампанское. Ну что, возьму на себя смелость, по глоточку шампанского можно. Спасибо, батюшка. Ну, не упиваться, конечно, и помнить все-таки мы, почему, для чего мы пост? Пост, чтобы встретить Спасителя, очиститься. Это не самоцель, диета какая-то, это, конечно, духовное очищение. Если мы, выпив там глоток шампанского, отречемся от страстей своих, сделаем дела милосердия, или больше будем пребывать в молитве, я думаю, Бог простит это глоток шампанского, и будет нам вменяться в праведность, если мы подойдем к Рождеству Христову очищенными, чтобы встретить Спасителя пришедшего в мир. Вот, собственно, так, вступительный, может быть, разговор, вступительная беседка наша небольшая, в дальнейшем разговору, а там уже, сколько у нас времени остается в эфире, мы продолжим. Отец Варсенофий, судя из всего, Новый год, хотелось бы по вашему благословению и по благословению православных наших батюшек встречать без фанатизма. Конечно. Знаете, слово фанатизм вообще очень нехорошее. Мне всегда вздрагивает, такие мысли приходят при этом в слове фанатизм. Ну что такое фанатизм? Можно радоваться, можно продавать деток елочкой, которая пришла, вот которая у нас в студии есть, которая пришла у нас, вот, кстати, вот лютеран, немецкий лютеран, они начали наряжать, и у нас это прижился, и это, мы уже не представляем Новый год без елочки, без песенки, и в лесу родилась елочка, которая, кстати, по-моему, больше 100 лет, если насколько я помню, этой елки, еще наши далекие предки водили хоровод. Поэтому в этом ничего страшного нет, это радость детский, это все-таки этап. Ну и я должен сказать, что в новых церквях 1 января служится молебен благодарственный и считается молитва специальная. Мы благодарим Бога за прошедший год и просим благословения на год грядущий, чтобы Он дал нам, в общем-то, здоровья, сил для нашего совершенствования, нашего спасения. А спасение – это смысл нашей короткой жизни. Сегодня 26 минут мы в эфире, и каждый из нас на 26 минут приблизится к вечности, к своей смерти. Да, это очень так оптимистично звучит, но, как мы уже выясняли, дорогие телезрители, в православной церкви все не как у людей, не в хорошем смысле слова, потому что именно православная церковь и настраивает людей на самое главное, на то, что есть временное, а есть вечное. Да, распяли Спасителя, они радуются, отрубили голову Иоанну Предтечи, у них праздник. Что для эллинов и иудеев это безумие, об этом и соблазн, об этом писал еще апостол Павел. Поэтому очень многие вещи для иудеев невосрковленных, которые далеки от веры, от церкви, непонятны. Для этого есть священники, которые так или иначе объясняют людям смыслы праздников, смысл поведения православных, смысл богослужения. Вот, например, у нас, к сожалению, в церкви все крутится вокруг свечного ларька. Не вокруг литургии, не вокруг молитвы, а люди спрашивают, где какому святому свечку поставить, чтобы зубы не болели, там, где, сколько 40 ум стоит, сколько крещения стоит и как можно покреститься. Все это, конечно, вещи, которые не совсем понятны, например, древним христианам нашим, для них это где-то даже кощунство.
Сколько стоит крещение? Столько, тогда можно. Завтра приходите, не забудьте крестик и крыжмечку, белое полотенечко. Для многих это непонятно, для древних. Но у нас в последние времена, слава Богу, что люди идут в церковь, слава Богу, что Господь открывает сердца, слава Богу, что все-таки есть у нас невеста Христова церковь на земле. Поэтому мы туда идем. Если нет денег, никто билеты не спрашивает, и никто не берет от вас какие-то деньги. Если нет денег, никто вас не остановит. Это ложь о том, что у нас там все, как говорится, Спаситель выгнал торгующий с храма, он нас торгует. Торгует в притворе, то есть как бы вне церкви. Поэтому если у человека нет средств, думаю, это не самое главное. За последнее обжертвование, или человек идет, слава Богу, что он пришел в храм Божий, что поплакал, помолился, приложился к иконке, я думаю, что это уже хорошо. Отец Варсонофий, вы говорите, что жизнь человека должна все-таки вращаться вокруг литургии. Будьте добры, литургия – это главное служба в православной церкви. Да. Таинство, скорее, можно так выразиться, потому что литургия – это одно из частей богослужения суточного круга, начиная с вечерней, часы, утренние, есть еще полуночница, есть еще повечерие. Но вот литургия или обедница, как раньше говорили на эту службу, там происходит таинство причастия, когда хлеб и вино причисляются в тело и кровь Христа. И вот для людей, которые живут в церковной жизни, это большое подспорье. Это и попаление греховных страстей, это живой хлеб. То есть люди раньше, они, в общем-то, как дышать мы не можем без воздуха, так они могли жить без причастия святого. Поэтому, когда их отучали за какие-то провинности, эпитимию получали, люди огорчались. Сейчас у нас, по большому счету, это где-то отпало, к сожалению. Но я стараюсь на своих проповедях, на службах подчеркивать, что все-таки главное это святое причастие, потому что таинство причастия установил сам Господь в четверг великий, когда взял хлеб и вино, и сказал, что это тело мое, кровь моя, и апостолы получили святое причастие в жизнь вечную. Для нас это не просто вспоминание, не просто хлебушек и вино, это тело и кровь Христа, которую мы употребляем на литургии. Для меня это очевидно, в общем-то, и я, на мой взгляд, что если сравнить, как бы, ну что ли, так, это, конечно, человеческое понятие сила, но если по силе молитвы или по богослужениям различным, то литургия, причастие, это, по-моему, самое важное. Это самое важное и самое необходимое, но для того, чтобы понять это, нужно все-таки пусть пока приходить в церковь и ставить свечечку. Да. И постепенно Господь, конечно, открывает сердца. Есть, правда, такое понятие «воцерковление». Вот, начиная с прийти, поставить свечку, заканчивая какими-то высшими, наверное, степенью воцерковления. Я думаю, это путь христианина, это духовный путь. Конечно. Это узкий врат, это неудобно, это подпост, это коленопреклонение, это маленький подвиг, если хотите, когда человек стоит. Но хотя стоять не... Если человек больные ножки, он сядет, никто его не судит на стульчик. Там в церкви есть. Но надо начинать, чтобы молитва и службы, это не просто была какая-то обязанность, повинность, а все-таки это воздух, который человек дышит, молитвой, которую должен дышать, Христом, который стоит рядом. А знаете, отец Варсонофий, многие говорят так, что я с удовольствием захожу в церковь, поставить свечечку, постоять около икон, но только когда нет службы. Потому что когда служба, столько народу, толкаются все то сё. А вы говорите, нет, надо ходить на службу, и тебя толкают, а ты терпи, неудобно. Я хочу признаться, я люблю тоже, когда пустой храм, когда в монастырь приезжаешь, нет никаких служб и праздников, спокойно к святыне прикладываешься. Но служба, конечно, это где двое-трое, там я среди вас. То есть это важно, конечно. Святые отцы говорили о том, что лучше один раз в церкви сказать «Господи, помилуй», чем дома прочитать из псалтырь. Поэтому если вас толкают, это искушение. Если бабулька на вас накинула свои губы накрашенные, или там не той длины юбочка, считайте, что это искушение. Вы пришли не к бабульке, не к священнику, а пришли к Богу. И поэтому, хоть там скорпионы прыгают, змеи ползают, я пришла, или я пришел к Богу, я стою. Если меня толкнули, по грехам, мало толкнули, больше надо толкать. Если человек плюнул и уж вышел с храма, то я лучше пойду к сектантам. Там подарят журнальчик красивый, еще и килограмм риса гуманитарной помощи из Америки. Это не наш путь. Где толкают, бьют, спотыкаемся мы, это путь наш. Если нас ладят по головке, ковровая дорожка, это путь не наш, это широкий путь. Если человек, который пришел в храм Божий, испытывает какие-то трудности, может быть, какие-то искушения, это христоподражание. Христос тоже шел на Голгофу, у него свой крест. Поэтому мы и должны терпеть,
как говорится, Христос терпел и нам велел. Да, отец Варсонофий, но именно терпения, наверное, всем нам и не хватает, потому что в жизни столько суеты, трудностей и всяких треволнений, и когда человек приходит в церковь, ему уже не хочется терпеть, ему хочется получить радость и отдохнуть, а тут его толкают. Ну, отдохнуть можно в баре или там еще где-то. Что касается отдыха, есть понятие, может быть, духовного отдыха, как благодать, которая идет в церковь. Это да. И в данном случае я, например, первый борец против этих бабушек, которые, в общем-то, без недели в церкви, которые всю жизнь где-то там танцевали в алтаре, разрушенной церкви, и тут она пришла к Богу и начинает поучать всех. Я их ставлю на место, стараюсь, конечно. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, вы идете к Богу, не в какое-то помещение. Что касается радости, если это есть у вас, умиротворение, радость, есть такое понятие «тишина в сердце». То есть суета, толкотня. Я, например, в Москве не могу долго находиться. Я немножко там побегаю, в Москве или в Киеве, в больших городах, там еще где-то. Знаете, мне после где-то трех дней хочется на кладбище бежать. Там Веденское кладбище, я забегаю, все спокойно лежат, никто никуда не спешит. Все уже набегались, наездились. Хорошее у вас сравнение, отец Варсонофий, такое чисто православное, да. В конце концов, наше тело и наша жизнь временно здесь. По идее, высшая, в общем-то, точка, когда мы получаем снова тело, как новый Адам, как Христос воскрес, пришел на землю. А наше тело нынешнее, оно, в общем-то, это рано или поздно, как бы не украшали его, не делали пластические операции, не красили волосы, не мыли его, все равно пища червям. Но, тем не менее, пока мы еще находимся в теле, отец Варсонофий, и хотелось бы дожить до светлого праздника Рождества Христова. И вы сказали, что даст Бог, доживем. Даст Бог, телезрители, доживем. Смотрите мне, доложите потом. Отец Варсонофий, вы сказали, что к Рождеству нужно подойти очищенным сердцем. Да. Будьте добры, поясните. Значит, есть такое понятие исихия, безмолвие. Что такое очищенное сердце? Если мы завидуем, если мы лицемерим. Вот есть такое понятие целомудрие. С точки зрения современности, это просто вроде как девство человек сохранил. Это неправильно. Целомудрие, целостность. Не половинка, не четвертинка, не осьмушка, а целый человек. Если мы лицемерим, с начальством такие, дома сякие, а с подчиненными третье, это лицемерие, это мы себя делим. Вот чистое сердце, это как сердце ребенка, которая, в общем-то, полностью доверяет своим родителям, например, когда маленький ребенок, у него полная уверенность, как мы должны к Богу относиться, так он относится к родителям. Это отсутствие какой-то зависти, какой-то обиды. Вот если грубая страсть, блудная, например, там, или еще что-то, если мы побеждаем себе эти страсти, стараемся побеждать, это очень трудно, это удел святых. Но вот есть такое понятие, если человек упал и лежит, это от беса. Если он упал и поднялся, это от Бога. А людей, которые падают, я не знаю. Поэтому нужно постараться. Постараться сердце очистить от грехов и встретить Рождество. Почему? Для чего пост? Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост. Для того, чтобы это возможно, время нашего покаяния, прежде всего, время наших добрых дел. Конечно, никто не говорит, что после праздника нужно там все это как бы забыть. Конечно, нет. Но вот эти периоды в нашей церкви, как и пост идет сегодня, это и дано нам на очищение нашего сердца. Блаженно чистое сердце, какие Бога узрят. То есть заповедь блаженства не даст спрашивать, что такое счастье. Вот, все философы думают. Рецепт счастья написанный, я вам скажу. Открывайте 5 главу Евангелия от Матфея, 9 блаженств, это рецепт счастья. Будьте чистыми сердцем, будьте милостивыми миротворцами, вы будете счастливыми людьми. Блаженно это счастье. И когда гонят вас ради Христа, вы человек счастливый. Причем не только там, на небе, вы уже здесь, на земле счастливы. Потому что сердце у вас хорошее, чистое. А не такое, как у соседа, у меня 300-й Мерседес, а у соседа 600-й. Я иду и вешаюсь из-за зависти. Это, конечно, далеко не счастливый человек. Богатая плачет больше, чем бедная. Вы думаете? Да. Чаще всего я с этим сталкивался. И очень часто богатая плачет больше, чем бедная. Ну, вам беднее, отец Варсонофий. У вас большая паства. Отец Варсонофий, вы говорите о том, что пост идет, но мы знаем, что после Нового года, начиная с 1 по января, по 7 января, пост усиливается. А тут же новогодние дни и недоеденное оливье, ну, да, 31-го. Конечно. Да, еще и с 1 по 13 нашего января песня есть, как раз самое такое время похмеляться, что ли, после Нового года. Но опять-таки, вы сказали, без фанатизма, вот я тоже хочу повториться, без фанатизма.
все-таки помня, что главное это не, даже не эти вертепики, не как колядовальщики, не яство на столе, главное наш дух. Потому что дух, человек это дух, душа и тело. Вот корпус тела грубый, душа, то, что у животных есть, и дух, который человек отличает от Бога. Вот ради духовного нужно жить. Памятуя о своей жизни, у каждого дети, внуки есть, понятно, работа, корпоративы, все это понятно. Но все это проходя, помните о главном. А главное, это наш дух, это вечность, это Христос, который готов прийти на землю. Маленький Христос, скромно, не в дорогой синице, а в хлеву, согретый дыханием животных. Вы знаете, отец Варсонофий, приближается Рождество, католики, наши братья празднуют сегодня Рождество, в Европе все украшено, все в огнях, елочки, все красиво, вы поездили по свету, вы сами видели. И очень много придается, большое значение уделяется внешнему. Вот, ну, красиво, правда, телезрители? Вот елочка, действительно красиво. Хочется сделать много подарков своим близким. Денег не всегда хватает, человек начинает унывать. Вот опять-таки внешнее, получается, вытесняет внутреннее. Как сохранить вот этот баланс, чтобы и Рождество встретить с радостью, и, ну, и не упасть в уныние, что не хватает понятно того или сего. Золотая серединочка, то, что мы всегда это ищем. Хочется елочку украсить, не денег на игрушки дорогие. Побились игрушки, те уже старенькие. Купите мандаринки, повесим на дерево, это, на елочку искусственную там, или веточку, там купите недорогую. И это, думаю, тоже будет радость. Тут опять-таки главное не пышность и помпезность, а главное теплота души. И если мы хотим сделать приятное, доброе, хорошее нашим деткам, внукам, родным, близким, отсутствие денег тут, я думаю, не очень-то и помеха. Приближающееся Рождество – это, конечно, обсуждение праздничного стола, это, конечно, разные мероприятия, но все-таки вот вы постоянно напоминаете, что внутреннее главнее внешнего. Сегодня можно сказать, что наш западный мир, он немножечко увлекся внешним. Знаете, тут такая ситуация. Или нет? Я понял. Конечно. А мы его не догоняем, а все буксуем и буксуем непонятно в чем. Знаете, я вам скажу, что то, что внешность, да, там превалирует перед внутренним, там даже более того, оно вымылось давно. Духовность, они в чем-то даже и не задумываются, что произошло, что Бог пришел на землю. Главное не в этом, главное подарочки, главное елочки, этот Санта-Клаус непонятно какой, откуда он взялся. Вот это все превалирует. Но более того, сейчас там по-другому. Там страшные вещи происходят. В Европе запрещают одеть крестик. В Европе уже борьба с елкой начинается. Борьба, с елкой? Да, уже начинают, например, люди иных конфессий, мусульмане, например, они говорят, что, в общем-то, елку не надо ставить, потому что это не наша традиция. Поэтому сейчас как раз там идет семимильными шагами исламизация Европы. И вот Юлия Вознесенская написала такой рассказ «Мечеть Парижской Богоматери». Там фантастический рассказ, что будет в Париже в 2048 году. И вот, когда вы почитаете, мне становится страшно, потому что кое в чем она права. При всем уважении к мусульманам, у меня много друзей, много знакомых мусульман, все-таки элемент исламизации, он идет семимильными шагами. И я боюсь, что даже это внешнее когда-нибудь может и будет вымыто из западного мира. Вот такая проблема есть. Ну, у них там свои вопросы, у нас свои вопросы, которые нужно решать, а решать вопросов, дорогие телезрители, нужно много, потому что все равно впереди и Новый год, и Рождество, а сегодня святитель Спиридон Тримифунский. Отец Варсонофий, у нас есть еще несколько минут, все-таки хотелось бы еще раз вспомнить этого замечательного и дивного святого, который всегда стоял и стоит на страже тех, кто нуждается в защите. Нам так не хватает защиты. Значит, что я хочу сказать по этому поводу. Вот есть такие святые, как святитель Николай, великомученик Пантелеймон, святитель Спиридон, праздник, который сегодня мы празднуем. Есть святые разные, но вот эти святые можно назвать так скоропослушницы. Как мы называем Богородицу скоропослушницей. Что это значит? Мы к ним обращаемся, они скоро нас послушают и приходят нам на помощь. Есть у каждого святого, исходя из жития их, определенная как бы специальность. Так вот, Спиридон, святитель, он еще и прославился тем, что это борец против беса. Я не хочу как-то звучать краски, но как апостол Павел пишет, что «Акирик ущелев, бес ходит за каждым из нас»,
так и святитель Спиридон хорошо об этом знал. Это против нечистой силы. Конечно, Спиридон, да, против нечистой силы, и поэтому из всех, если отмечать этого святого как-то особо, то можно это подчеркнуть. А так, как и святитель Николай, он был чудотворцем, он творил чудеса, подобно великим святым святителю Николаю. Он в Тримуфунде, он тоже был замечательным пастырем. И поэтому нетленность мощей, вот что такое канонизация святого, чем святые отличаются от, просто от людей праведных, то, что их церковь признала своими угодниками и защитниками, и те, которые приходят нам на помощь всегда. Это не посредники какие-то особые. Ну, если мы просим молиться друг за друга, то почему мы не можем обращаться к святым? Вот такой святой великий это Спиридон, поэтому я еще раз хочу поздравить всех вас с праздником святителя Спиридона, с наступающим Новым годом, новолетием и, конечно, с Рождеством Христовым. Да, спасибо большое, отец Варсонофий. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Дорогие телезрители, я напоминаю, что сегодня в гостях в нашей предрождественской и предновогодней студии был игумен Варсонофий, клирик Вознесенской епархии. И, конечно, дорогие телезрители, братья-католики, вас с Рождеством, православные, вас с днем святителя Спиридона Тримифунского, с наступающим Новым годом. И главное, когда вам трудно, вспомните слова совершенно дивного акафиста. Радуйся, Спиридоне, придивный чудотворче. Це була розмова на тему. На все добре.